искусства, мы не встретим мастера, который выслал бы такую массу разноречивых толкований и противоположных оценок. Кто же был этот необычайный художник? Был ли он страдающий еретик, исповедующий в своем искусстве неверие, и религиозный человек с ироническим складом ума, цинически издевающийся над человеческой природой? Или мистик с несокрушимой верой, средневековый аскет, одержимый кошмаром грядущего возмездия, как Джеролама Савонаролла, или ренессансский гуманист типа Эразма Роттердамского, мрачный мизантроп или веселый насмешник вроде Франсуа Рабле, реставратор прошлого или провидец будущего, или просто одинокий чудак, свихнувшийся от чтения апокалиптической литературы, вроде безумного рыцаря из Ла-Манчи, воюющий, как и он, с ветряными мельницами, плодами его болезненного воображения. Точная дата рождения Босха неизвестна. Предполагают, что он родился около 1450 года, а начало его творчества исследователи относят к середине 70-х годов 15 века. В 1478 году Босх женился на богатой патрицианке Алейт ван Марверме, семья которой принадлежала к верхушке городской аристократии. Дошедшие до нас от этого времени документы упоминают о Босхе как об исполнителе живописных работ для городского собора Святого Иоанна и члене существующего при нем религиозного братства Богородицы. Thank you.